А в степной столице переносят памятник Остапу Бендеру, сообщает пресс-служба столичной администрации. Такое решение было принято на заседании комиссии по историко-культурному наследию Элисты. Напомню, скульптура была установлена в 1999 году. Ее создатель – художник Александр Хачатурян. Высота памятника около 2 метров, основание – гранитная плита. Вокруг фигуры Бендера расположились 12 стульев. Теперь же скульптура будет перенесена на территорию Сити-ЧЕС.